Приветствую всех на колоссальной кухне! Сегодня я готовлю меренговый тортик. Легкий, низкокалорийный, вкусный и полезный. Для этого нам нужен белок. У меня готовая белочная смесь. Можно взять 5 яичных белков. Отделили желтки и добавляю белки в емкость для взбивания. У меня вот такая удобная. Щепоточку соли добавлю. Накрою крышечкой. Беру миксер. Венчики поправлю. Есть. Раз. И взбиваю до пиков. Взбивается быстро. Очень удобно. Так, открываю. И добавлю чайную ложку сахарозаменителя. Можно взбивать уже без крышечки. 15 граммов лимонного сока добавим. Конечно, взобьем. И для аромата ванилин или ванильный ароматизатор. Все это перемешиваем. И столовую ложку крахмала взбиваем, для того, чтобы при выпекании безе образовалась корочка хрустящая. Полученную массу отправляю в форму и лопаточкой аккуратно разравниваю вот этот слой. Буду запекать в духовке при температуре 150 градусов минут 20. Тем временем готовлю крем. У меня мягкий творог нулевой, отправляю в емкость, здесь его 500 граммов. У кого нет мягкого творога, можно взять зернистый и разбавить его, взбить с йогуртом. Тоже будет такая консистенция. Добавлю чайную ложку сахарозаменителя и все это дело перемешаю. Есть, готово. Мой творог мягкий. Я добавлю желатин, пачечку 25 граммов. Разведу 100 граммов водой желатин. Так, пусть немножко набухнет. Если творог у вас густой, то можно без желатина. У меня он такой жидкой консистенции, поэтому желатин добавлю. Вот он набух, микроволновочки немножко растопила, желатин жидкий. Добавлю желатин к мягкому творогу. Повторю, если густой творог, можно обойтись без желатина. До однородной консистенции все это взбиваю. Не взбиваю, мешаю. Вот наш белковый коржик пропекся, хрустящая корочка. Не вынимаю из формы. Добавляю творожный крем с желатином. Весь-весь-весь аккуратненько разровняю. У меня клубничка. Порезала пополам и укладываю. Любые ягоды или фрукты можно крахмалом немножко присыпать, тогда не будут растекаться, сок не будет. Мяткой притрусила, отправляю в холод до полного остывания. Вот, на утро готов мой тортик, полностью остыл. Я снимаю вот эту защелочку и бортики тортика. Все это аккуратно снимаю. Вот как здорово. Все легко и просто. Отлично. Вот такой у меня получился нежный меренговый тортик. Прямо при вас я разрежу. Покажу, какой он внутри. Внимание, аккуратненько. Ля-ля-ля. Готов мой тортик. Нежный, аппетитный. 59 килокалорий на 100 грамм. Кушайте на десерт, питайтесь по метаболическому принципу и будьте здоровы. Пока-пока!